Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фонкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox на Volkswagen Passat CC. Модель L-Line, диагональ экрана 10,2 дюйма. Встает через специальную переходную рамку в штатное место автомобиля. Все выглядит максимально аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем. С коншиной автомобиля адаптируется. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплекте с магнитолой. Меняется вот эта вот панель. Она такого же серебристого цвета. Она совпадает с штатным панелью. Кнопка аварийки представляется, она функционирует и работает. Кнопки на руле также все работают. Это громкость, переключение треков, ответы на звонки, быстрое выключение звука. Также на экране отображается информация по внешней температуре, выводится бортовая информация по автомобилю. Радиостанции синхронизируются с дисплеем на щитке приборов. Мы здесь выбираем звук, и, как видите, все синхронизировано. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режим и включается подсветка сенсорных клавиш. Ее выставили под штатную подсветку автомобиля такого красного цвета, но она RGB, поэтому ее цвет может быть абсолютно любой. Панель климат-контроля дублируется на экран магнитолы. При желании эту панель можно отключить. Также выводится информация по парктроникам. В данном автомобиле нету камеры заднего вида, поэтому при переходе на заднюю здесь только отображается автомобиль, на котором выводится информация по передним и по задним парктроникам. Также в фоновом режиме здесь также будет отображаться информация по парктроникам. На данный автомобиль можно как подключить оригинальную камеру заднего вида, так и доустановить неоригинальную. По внешним выходам в бардачок выводятся три USB порта, куда можно подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И также слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы можете как установив сюда сим-карту, так и раздав его со своего мобильного телефона через режим модем. Мультимедиа работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности, чего не было изначально у автомобиля. Железо тут достаточно производительное, все работает достаточно быстро, плавно. Здесь очень большой экран, он яркий, насыщенный и удобно им пользоваться. И также очень удобно смотреть на него. То есть, если мы включаем Яндекс.Навигатор, крайне удобно следить за маршрутом. Есть возможность скачивать приложения из Play Market. Некоторые здесь уже предустановлены. Например, YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск. Штатная радиоантенна, конечно, подключается. Все функционирует, все работает. Меню Bluetooth. Здесь можем подключить телефон для прослушивания музыки или для громкой связи. Также можно подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Также доступна функция разделения экрана, где можно одновременно открывать несколько приложений и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа с различными характеристиками и ценами. Более подробно о них вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!